Крайне сложная дорожная обстановка сегодня на федеральной трассе Енисей. С утра в Балахтинском районе Красноярского края из-за прошедшего снегопада движение было практически парализовано. Такая картина наблюдалась на протяжении почти 40 километров. Даже пришлось приостановить движение пассажирских автобусов и грузовых автомобилей. На месте весь день работала дорожная техника, трассу расчищали и обрабатывали противоледным материалом. Нормальный режим был восстановлен к 3 часам дня.